В одно мгновение нанес ущерб на сотни тысяч рублей. КАМАЗ с прицепом столкнулся с припаркованным грузовиком сегодня днем на улице Тихорецкая. Несмотря на то, что удар пришелся в кабину многотонника, водитель КАМАЗа смог избежать прямого лобового столкновения. С места события репортаж Айрата Назипова. Ожидал погрузки и врезался КАМАЗ. Припарковав свой грузовик на обочине, его водитель никак не ожидал такой развязки. Молодой человек за минуту до происшествия вернулся в кабину своего многотонника. Я пришел, сел в кабину. Как бы взял в руки чайник, и тут такой визг тормозов, я только успел отпрыгнуть с этой стороны. В результате аварии никто серьезных травм не получил, хотя по рассказам того же водителя грузовика, второй участник ДТП жаловался на боль в груди. Впрочем, мужчины решили обойтись без скорой помощи. Говорит, что занесло, а он тормознул резко, у них что-то вперед там сильно хватает, и его занесло, и он меня. Гололеда я не вижу. В момент аварии рядом были припаркованы и другие большие грузы, но их по счастливой случайности неуправляемый грузовик не задел. В результате ДТП у КАМАЗа серьезно повреждена кабина. Достался и стоящему большому грузу. Его владельцы оценят ущерб в несколько сотен тысяч рублей. Молодой человек уверен, что страховка, вероятно, виновника аварии не покроет всю стоимость ремонта. Айрат Назипов, Азат Самигулин, вызов 112.